Анна Гол, и сегодня я вам расскажу про прикольную книгу. Называется эта книга «Соник для девочек». Не знаю, девочки, вы слышали когда-нибудь о такой книжке или нет? Если нет, то тогда смотрите. Это видео для вас, девочки. Так, передняя такая обложечка. Здесь у нас написано «Личные данные». Ну, я их не хочу заполнять, так что оставила место. Здесь у меня он весь в бабочках, очень красивый, мне очень нравится. Я его, кстати, купила, если кому интересно купить такой же, как и у меня, я его купила в детском мире. Пожалуйста. Там был еще с котенком, но мне котенок что-то не очень понравился. Хоть я и люблю животных, но бабочки здесь покрасивее выглядят. Вот, так что я купила этот, он поярче такой, красивый цвет, мне очень нравится. Вот, без всего лишнего. Вот, и про что же эта книга, спросите вы меня, наверное. Короче, скажу вам кратко. Это вот, например, что-нибудь вам приснилось, когда вы спали. Вот, он как раз-таки для этого и создан, чтобы вы, например, раз, посмотрели, нашли, например, вам приснился закат, например, вот. Тут все записаны. И, например, бой там вам приснился, или журнал. Да, все может быть, все может присниться вам. Вот мне лично снилось много чего. Обычно, вот как я падаю, летаю и падаю, понимаете? Не в одном сне это все, а вот я лечу такая. Мне очень нравится летать во сне. Я много раз летала, 5 или 6, или вообще 10, я не помню. А падал я всего лишь 3 раза или сколько там. Но и здесь это написано всего лишь то, что я расту. Понятно. Хотелось бы мне научиться летать, а вам? Здесь вот, например, написано еще багаж вам приснился, если базар, бал. Например, еще что-нибудь. Бабочка. Все может быть. Бабушка и дедушка. Вот мне вот бабушка снилась уже. Банк. Балкон. Балет. Много всего. Здесь вот такая, например, страничка розовенькая. А здесь такая вот лиловенькая. Мне очень нравится эта книжка. Такая, она и позитивная, и мне нравится ее читать. Надеюсь, мне что-нибудь новенькое приснится. Напишите в комментариях, например, что вам снилось, и нравился ли вам этот сон. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. И всем пока!